А давай, короче, их загоним в какой-нибудь забор, загон закроем, и там криперов и туда позовем, и они взорвутся все вот так, бух, все вот так, давай, а? Не-не-не, помнишь вот это вот башня, заточение, где ты меня оставил, я не могла там ни киркой ломать, ничего, ну там какое-то заклятие на мне было. Короче, мы их туда всех загоним, на курочку жареную, они туда спрячутся, и все, они не смогут больше выйти никогда, офигенный же троллинг будет. Туфта, ну. Туфта, нет, нет. Ну я не знаю. Так, о, давай будем постоянно на номер банана звонить, пока у него телефон не взорвется, а? Будем просто звонить, 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 звонить. На этот, который он здесь указал? Да. Да фигня, как и вот это троллинг! Нам надо их всех затроллить! Всех. Погоди, погоди! Тогда давай взорвем бар Константина. Не-не-не, троллинг должен быть в меру, мы же сами строили вот этот отель, зачем нам его сейчас взрывать? Нет, троллинг это целое искусство, когда я тебя троллю, я неделями продумываю, вот это придумываю новые троллинги. Ага, ну сейчас я и посмотрю, как ты это делаешь. Буду знать все твои секретики, больше на них никогда не попадусь. Ну что ты придумал на этот раз? В первую очередь... Жахни вот этот самогончик банана с медлительностью вот это 6, на. Не зря он здесь его как бы варит в баре Константина, это раз. Так, ну и зачем я это сделала? Во-вторых, беги за мной, давай вот сюда, в эту сторону, давай быстрее. Ща, погоди, ща, подожди, 5 сек буквально. Ща я добегу. Чё, у тебя самогончик банана диков, что ли, как я вижу, да? Отпустила, отпустила, все, погнали. Я придумал... Ай, стоп! Ты... Господи, а чё они всегда здесь... Ты посмотри, что, Жорик, ты тут охранник или он? Чё он здесь делает, я не могу понять. Ты даже ничего не охраняешь, тут мистер Крипер ходит. Короче, мы его уволим скоро, иди сюда, короче, Кать, за мной. Жорик, вообще-то мистером Крипером нельзя заходить в наш отель. Я придумал новый троллинг, да настолько жесткий, то что я даже тебя так никогда не троллил, никогда в жизни, я объясню чуть позже, но для этого нам нужны стрелы, очень много стрел, выкинь мне пару стаков, я знаю то, что у тебя есть, потому что у меня вообще нет, с предыдущей серии все закончились, дай сюда парочку. А с чего ты взял, что у меня-то стрелы есть, у меня закончились? Так у тебя всегда стрелы были, нет? Ну. Да эти фантомы ночные так задрали, я их ночью убивала, вот да убивалась. Кстати, да, ну слушай, ну дома у нас 100% где-то должны быть стрелы, они всегда здесь, вот в этом... Я сейчас такое поняла! Чё ты поняла? Я сейчас такое поняла! Это же ведь мог быть троллинг для меня! А получается, меня сейчас пронесло? Тебя пронесло прям жестко, Катя, тебя пронесло. И это, вот это фарт. Это типа подфартило. Слушай, у нас стрела вреда какая-то, стрела отравления и спектральная стрела. Да это мало, у нас в сумме 11 стрел, а нам нужно примерно стаков 6. И где все эти стрелы сейчас нам найти, я чуть не могу понять. Здесь так стрелы же из дерева делаются, у нас дерева очень много. У нас дерева там много, но на там кремня дофига надо, там вот это перья дофига надо, а у нас кремня очень мало. Так. Что делать? Петарды в зубы вот эти возьми свои. Так, фейерверк. Крылья себе на позвоночник надень. Крылья. И полетели туда... Куда подписчики в комментах орут уже просто на протяжении, я не знаю, месяцев в трех. Мы же с тобой читаем все комменты подписчиков, да? А, только подписчиков читаем, а не подписчиков не читаем, все верно. Да, поэтому, чтобы читать вот твои комментарии и всех остальных, надо подписаться на канал, чтобы не быть кем, Катя? Ой, я не буду это слово говорить, нет, скажи сам, нет. Чтобы не быть тем, кто не подписан на канал. Все, давай, полетели за мной. Главное, не отставай. Летим, Катя, с тобой на ферму скелетов. Господи, зачем? И полетели в эту сторону. Не отставай. А, все, вижу тебя. Долго еще лететь, а? Да я что-то не понимаю, долго-недолго, у меня мир на глазах не прогружается. Ну, вроде вот здесь, вроде... Обратно вернись, вот сюда. Я тут. Все нормально, все нормально.
мать моя женщина, Катя. Вот прям, вот прям ее перли. Да, смотри! Тут в сундуке даже три стрелы, три стака уже есть. Забирай все эти три стака. О, нифига себе, нет, забирай к себе, у меня занят таким порохлом. Забери все те стаки и заходи внутрь. Так. Ты где? Я тебя потеряла? Внутрь зайди! Где? В дверь! А, привет. Да, все нормально. Ага. О, нифига. Стрелы. Ага. Кости. Ага, стрелы. Луки. Ёперы. Короче, все эти стрелы, которые здесь есть, забираем. Луки не трогай. Кости, в принципе, тоже не трогай. И скелет. А, кстати, у меня такой вопрос. А ферма-то работает? Мне кажется, мы здесь с тобой столько времени не было, и то, что она не работает уже даже. Или подожди. Кто-то там сейчас на нас упадет. Мне... Господи, ты что ж так орёшь, что у меня сердце остановилось? Да ты не... Ты не меня бей, ты скелета бей! Так, подожди, закрыть обратно. Кошмар, какой-то инфаркт просто. Какой инфаркт, подожди, закрыть обратно. Вот так, всё. Погоди, а зачем нам стрелы вообще? Так в этом-то и будет заключаться вся суть троллинга. Я тебе чуть позже объясню, зачем стрелы, но... После этого троллинга, к большому сожалению, команды наркоманов Петровичей больше не будет. Как это? В смысле? Я всех наркоманов Петровичей просто выгоню. Мы больше с ними никогда ролики не будем записывать. Никогда! И это и есть твой троллинг? Выгнать всю команду? Ну, мы выгоним одну команду, и на их место сразу же возьмем другую команду. Сразу же новых других людей. Первая команда увидит других людей, очумеет по полной программе, обтроллится просто на все 100%, и до свидания. И будут знать, а что будут? А, будут знать, как воровать у нас изумруды. Ты слишком жестокий. Это очень жестокий троллинг. На это как бы он троллинг? Ты скажи огромное спасибо, то что этот троллинг не троллит тебя, а троллит других. А, то есть ты меня хотел из команды выгнать, да? Ну да, я хотел тебя с тобой расстаться, найти себе другую девушку и начать с ней записывать ролики, все. Прикольный троллинг, прикольный. Все, да шутка! Все, полетели обратно домой. Полетели, блин. Троллингист. Ты троллингучка, троллингистка. Ты троллингучонок. А ты троллинг-пердучонок. А ты троллинга-воняшка. А ты троллинга-жопа-пердяшка. Все, пока. А сейчас пришло время построить ту самую троллинг-машину, которая и выгонит всех наркоманов Петровичей из нашей команды. И давай я сначала построю, а потом тебе все объясню, как это будет смотреться, что мы будем делать и все остальное. Возьми, пожалуйста, какие-то декоративные блоки, возьми там камень, возьми дерево, мамину маму, все остальное. Встречаемся с тобой возле лего-магазина. Давай! Что ж там за такая машина-то будет, которая выгонит их всех? Представляю какого-то огромного робота, который их будет пинать под зад. Кто-то им под зад 100% пинать будет. В первую очередь, всю вот эту стенку сейчас надо будет снести на первое время. Я ее чуть позже восстановлю, потому что именно здесь, на вот этом вот месте, будет наша троллинг-машина. Первая троллинг-машина. А здесь рядом будет вторая троллинг-машина. Так, на нее я поставлю мишень. Принесла? Сейчас выкидывай. Под нее вот сюда надо подставить редстоун факел, который я взял. Вот так, блоки выкидывай давай. А, держи, да, вот тебе розовый тюльпан, березовое бревно. Обосраться тебе. Я сказал блоки для строительства. Камень, доски. На кой черт мне 6 розовых тюльпанов? Ты же сказал декорации взять. Какие декорации, блоки для постройки? Зачем мне тюльпаны? Ну и ладно, тюльпаны собирайтесь, мы уходим. Так. После этого ставим сюда один повторитель. Подключаем всю эту машину редстоуном. Подожди, вот так. Вот сюда и проводим к мишени. Вот так. И сзади этого редстоуна надо поставить один
раздачи. Вот. Ну, ты примерно представляешь, что это вообще такое будет? Честно? Нет. Почти готово. Один повторитель сюда, другой повторитель вот сюда, редстоун вот сюда, повторитель на тройную задержку и... Все готово? Прям все готово? Ты где? Иди сюда, подойди вот сюда. Так, рука. Ядрить, колотить. Мало того, то, что у меня эндермен в моем лего-магазине, так у тебя два мистера Крипера на твоем магазине. Так, ну конечно, блин, на обслуживании никого нет, на кассе никого нет, покупатели уходят. Ну ладно, с покупателями чуть позже разберемся. А в твоем магазине тоже мистер Крипер, кстати, он. Шайтан-машина! Короче, иди вот сюда стань, вот сюда, вот сюда, вот здесь стань где-то и постреляй в центр, давай. Сейчас проверим, насколько ты меткая у нас лучница, давай. Но перед этим сюда надо поставить немножко стрел в раздатчик, давай, начинай. Так, немножечко прицелимся, вот сюда повыше и... А я не поняла. А че, это что это было сейчас? А ну стреляй еще раз, стреляй еще раз. Погоди, крылья сниму, сниму, а то это что-то мне уже не нравится. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. И вот сюда. А я не понял, а что она плюется в ответ? Ну ты постреляй еще раз, стрельни, а ну давай, покажи лучница наша, а ну давай. Ну вот, прям вот целимся и... Да я так не играю! То есть... Да ты подожди, успокойся! Каждый раз, когда ты стреляешь в эту оп, ты мне жизнь только что спасла! Потому что я умею стрелять! А ну еще раз давай выстрели! Так, ну вот, вот сейчас вот сюда и вот так. Да в смысле? Застрелен стрелой, блин! Так ты подожди, это только, можно сказать, часть нашего троллинга. Сейчас нужно построить такую же шайтан-машину, только вот в этом месте. И после этого ты уже поймешь, что я хочу сделать. Только вторая машина будет немножко отличаться. Сейчас я тебе все покажу, давай. Ну и что это за фигня? Чё ты вообще тут построил? Чё это за синее? Чё это за розовое? Что это вот это вот за факелочечки тут? Что это такое? Я объясняю уже скорее. Короче, эти троллинг-машины, господи, это сложно. Твоя троллинг-машина и моя вот здесь, с правой стороны. А троллинг-машина наркоманов Петровичей будет вот здесь, с левой стороны. И мы сделаем так. В команде останется только тот, который сможет пройти испытание на меткость. А чтобы пройти испытание на меткость, нужно попасть именно в центр. Вот туда, в яблочко. Это легкотня. Ну а ну давай, иди сюда, вот здесь стань, попади в центр. Давай, попадай в центр, давай. Так, целимся, правда, расстояние далековато, но примерно надо куда-то сюда. Что, не попало, что ли? Ну это совершенно не центр был. Давай еще раз центр, давай. Так, мышка не работает. Вот так. Ну это тоже не центр. Ну ты выше, бери на 2 миллиметра. Так, я тогда чуть-чуть ближе подойду. Можно? Я что-то не могу попасть сейчас. Так, центр, целимся чуть повыше. Блин, ну попади, ну. Ну ты жопа кривожопая, ну ты тогда подойди в... Вот! Прям... Я попала! Вот! Прям самый центр! Она все равно отскочила. Потому что это троллинг-машина для наркоманов Петровича. Если я попаду не в центр, она стреляет. Если я попаду в центр, она стреляет. А потом мы идем к другой троллинг-машине. Смотри, если я попадаю не в центр, она стреляет. Но если я попаду в центр... Она не стреляет. То есть именно вот эта троллинг-машина проверяет нас на меткость. Стреляю в центр, не стреляет. В центр, не стреляет. Но как только не в центр, сразу же так стреляет. Подожди, они же, получается, ну, никто не пройдет. Ну так в этом-то и весь прикол троллинга. То, что мы им покажем, как это работает на своей машине. Такие, типа, берем, попадаем... Ёперный кокос, подожди, я сам в центр не попал. Берем, попадаем в центр
и машина не стреляет. А они все будут проходить вот это испытание с этой стороны, и неважно, в центр они будут попадать, не в центр они будут попадать, вообще неважно куда, никто из них не пройдет испытание. У них будет 5 попыток. Если за 5 попыток они столько раз в себя вот так повыстреливают, то что в конце умрут, они вылетят из команды. Я поражаюсь, насколько ты жестокий человек! Обманщик! Ну ладно, мне нравится на самом деле прикол. Так это же троллинг! Это надо проучить наркоманов Петровича, чтобы они больше у нас никогда не воровали! Но! Подожди! Иди сюда! Ну давай, попади! Ты такая лохопедина! Ты вообще не лучник! Ты с 1.5 метра даже в меня не попала! Прям в бошку тебе. Ну подожди, иди сюда за мной. После того, как все наркоманы Петровичи не пройдут этот троллинг меткости и точности, я им скажу то, что они вылетают из команды. И все, и больше команды наркоманов Петровичи нет. Но я еще кое-что подготовил в нашем секретном бункере. Сколько тысяч лет мы с тобой, Катя, здесь не были, а? Мне кажется, 3 месяца точно. Наверное, там уже все плесенью заросло. После того, как мы их выгоним на их место, мы возьмем кого-то другого, чтобы наркоманы Петровичи прям дико запаниковали. Кать! Чё она тут забыла? Ты откуда здесь взялась, кошелка старая, без спроса, без приглашения, ёпрсете? Вот ты в следующий раз с ней хотя бы договаривайся, она здесь вот это появилась, траванула меня просто. Кошмар. После всего вот этого я приведу их сюда, в наш секретный бункер, и покажу им вот это. Раз, два, три! Это кто вообще? А вот это как раз-таки, Катя, новые наркоманы Петровичи. Кофеманка 228 какая-то, Андрюха, Ася, Лавз, Милка. Милка! Это кошка наша! И голубой медведь. Кто все эти люди? И что ты сделал вообще? Это наркоманы Петровичи, они просто переоделись, да? Другие имена себе поставили? Или чё? Я ничего не понимаю. Нет, Кать, это совершенно другие люди. Это люди, которые впервые в жизни вообще сюда зашли. Просто другие люди. И вот так же, как ты сейчас офигела, офигеют наркоманы Петровичи, когда у них просто паника начнется, то что мы их выгоняем из команды, и на их место придут вот эти все другие люди. А? Как тебе троллинг? Ты неадекватный. Ты серьезно, ты неадекватный. У них сердце просто выпрыгнет, и все. В смысле я неадекватный? Так в этом-то и троллинг. Проучить. Я же тебя тоже каждый раз проучал. Да, конечно, такого жесткого троллинга я еще, наверное, никогда не делал. Но ты реально, ты просто вдумайся. В следующей серии выживания мы им психушку будем вызывать. Или вообще, я даже не знаю, у них реально сердца поостанавливаются после того, как они это увидят. Да у меня у самой просто шок сейчас, мне даже сказать тебе нечего! Ну ничего! Новую команду наркоманов Петровичей насобирали! Вот и все! Вы тут, дети мои будущие, стойте до следующей серии! Вот когда мы придем с другими наркоманами Петровичами, готовьтесь, что не обосрутся прямо сейчас на пороге, ага! Все, выходи, Катя! До скорой встречи! Ну чё? Я в шоке. Ты просто самый жестокий человек, которого я только встречала. Так нельзя поступать с ними. Кошмар, я ухожу. Но ты-то вспомни, что они у нас 20 стаков изумрудов украли. А на эти 20 стаков мы могли тебе новую коллекцию твой магазин шить. Вот это осень-зима, но, увы, изумрудов у нас больше нет. Потому что что? Наркоманы Петровичи, воры-воришки, грабители-воры. Так, через сколько троллинг начинаем? Я, в принципе, готова. Так давай еще позовем несколько людей, там 5, еще 6 человек, чтобы они вообще прям обосрались в конце, а? Давай все, так давай, начинаем. Где троллинг? Ну сейчас наркоманы Петровичи на сервер зайдут и начнем. Начнем с тобой, Катюха. Ой, как начнем.